Как отмыть эмалированную кастрюлю? Сейчас покажу. Если у вас потемнела эмалированная кастрюля и ничем уже не отмывается, тогда нужно сделать следующее. Наливаем пол кастрюли воды и ставим кипятиться. Как закипит, добавляем 2 столовые ложки специального жидкого средства и 1 столовую ложку сухого. Оставляем все это покипеть пару минут, и чтобы убрать загрязнение вверху кастрюли, доливаем еще воды. Теперь можно выключить огонь, подождать еще пару минут и смотрим результат. Вот такая белоснежная кастрюля, и не надо ничего тереть. А использовал я обычную соду, которая у всех есть дома, и перекись водорода. Так что берите на заметку. Быстро и просто.